опять до конца играл момент Чистов. И вроде там партнер выезжал на пятачок, а это выход один на один. Слишком быстро бежал. Слишком быстро бежал Шарль Лембло. Но и снова видим мы то же самое. Перед воротами, где-то в 3-4 метрах, Райан Веске имеет возможность шайбу получить и расстрелять просто вратаря. Конечно, расстроен Демченко. Таких моментов сегодня было с десяток. Это как минимум. Ну и в частности, вот Веске обе свои шайбы так забил. И опять с передачи Лембле. Лембле там так быстро убежал, что просто проскочил мимо ворот. Вот все же есть.